Пойдем с нами, мы тебя не обидим. Дэнни! Беги! Веди мне! Иди к Роту, я за тобой. Но в вертолет садиться нельзя. Просто поверь мне. Прошу, поверь. Беги! Thank you.
Уничтожить мосты! Но мы же убьем наших! Еще есть неверующие? Давай, Лара!
там. Ничего не смогу. Прости меня, Лара. Прости. Ты все сможешь. Ты ведь Крофт. Нет. О, Боже. Как ты, Лара? Как она? Ну да, бедная Лара. Что, забыла, из-за кого мы вообще здесь? Это нечестно, Рейс. Ты права. Зря я так сорвалась. Просто Рот. Не знаю, как мы теперь без него. Давайте перенесем его в подходящее место. Он погиб как воин. Похороним его как воина. Тот старый катер на берегу. Надо его починить. Попробуем. Не получится. Нам не покинуть этот остров. Да ладно, Лара. Что ты такое говоришь? Мы все обдумаем. Все вместе. Разработаем какой-нибудь новый ты план. Ты не понимаешь. Никто не понимает. Оно не выпустит нас отсюда. Оно? Лара, тебе нужно поспать. Я всегда первым признаю наличие аномалий. Но этот остров – одна сплошная аномалия. Я здесь не сдохну! Ремонтирую катер, и мы убираемся отсюда! Ты же знаешь, что здесь нечисто, Иона. Я уверена в этом. Я знаю, что логика не поможет нам понять это место. Ты считаешь, что интуиция – это слабость, но это сила. Доверься ей. Ты нужна нам, Лара. Верзила прав. Я не могу пока уйти. Мне нужно время. Ты знаешь, где мы. Приходи, когда будешь готова. Мы никуда не уйдем без тебя. Держи при себе. Что же мне делать? У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Никто не уйдет. Эти бури, они как-то связаны с Императрицей Солнца. Это она нас не отпускает. В монастыре есть ритуальный зал. Если штормовые стражи охраняют именно его, то ключ к загадке бурь именно там. Тайный вход со стороны реки. Катер. Я поплыву на нем вглубь острова к ритуальному залу. Иона! Рейс!
Черт возьми! Я должна была пойти с ними. Сказал бы Рот. Не верится, что его больше нет. И никогда уже больше не будет ни его, ни рассказов о моих родителях, ни похода в горы. Боже, лучше бы они меня убили. Но нет. Вот она я. Жива, здорова. И точно знаю, что ни корабль, ни самолет нас отсюда не вывезет. Сейчас точно. Я чувствую, что разгадка как-то связана с Пимика и этим монастырем. Надо действовать. Надо найти выход. Кинжал очень древний. У отца в коллекции был похожий. 854 год до нашей эры. Thank you.
Новые стражи, нас ждут великие дела. Вражеский флот, стоящий сегодня на подходах к нашим берегам, станет последней попыткой вторжения на Яматай. Божественная ярость императрицы Солнца вызовет бурю, а мы оседлаем ветра, как верных скакунов, и уничтожим неприятеля. Грядущая победа — это только начало. На восходе нового дня свет нашей императрицы пересечет океан и озарит всю землю. К яматайцам он будет милостив, а наших врагов безжалостно сожжет.